Еще недавно этот дом на Московской улице был полностью закрыт строительными лесами. Рабочие проводили капитальный ремонт фасада здания, обновляли стены и балконные плиты. Спустя несколько недель здание преобразилось. Обновленный фасад выполнили в единой цветовой гамме. Теперь этот дом выглядит гармонично, современно и украшает архитектурный ансамбль города. В состоянии на сегодняшний день ремонтная работа выполнена. Проведены работы по ремонту фасада, балконных плит, оконных откосов, цоколя и балконных окантовок. Московская 3 – это не единственный дом, преобразившийся в этом году. Всего в программу капитального ремонта в 2024-м включено 35 зданий городского округа. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.